Сегодня без потока. Какой-то клятый хейтер заломился в хату, прям в комнату ко мне, пока я спал. Поспать уже, бля, не дают, пока я подломился и понял, что происходит, его уже и след простыл. Не, ну вообще, я, если чё, замечаю всех вас, кто за мной следит в реалане, когда я хожу, просто не реагирую, вон ток недавно видел три хейтера сразу вроде, перед тем, как ко мне вломились. Лан, поток завтра, походу, сегодня я чутка занят, просто повторюсь в сотый раз, что если вы фанат, или вам просто интересно. Не подходите ко мне, бля, вы только можете создать проблемы, и ничего более. Ну и если до этого момента я каждого встречного рассматривал Анли как потенциального врага, то теперь я вижу только врагов, чисто на всякий случай, ничего лишнего писать больше не буду, просто помните, что я вижу в вас только врагов, которые желают зло, и никак иначе на людишек я смотреть не способен. Всем ку. Фантикам удачи. Хейтерам скорейшего избавления мира от скверны себя. Постскриптум. Бводяной пущу. Дядя Богдан заходил, чё ты паришься? Чё, бля, чё за рофл? Хейтер бабка. У попича ил как в пупк. Ты чё, ебать? Будь наготове пиздить, стрим-снайпер. Надо дефать берлогу попича. Винницкие работяги, активируйтесь уже. Ахахаха, сука, я бы тоже так сделал, просто войти и позырить, чё там, ахаха. Ничего липкого на лице твоём не оставил. Варды расставь по хате, а не в инвизе. Сюжетка похлеще, чем у Тарантино. У попича уже паранойя по поводу стрим-снайперов. Пришел к нему челик грабануть, а он уже хейтеры, фанаты, стрим-снайперы. Может, бабулю с хейтером спутал? Вы не можете спать, когда рядом находятся враги. Нему человек в хату заломился, а он пишет, поспать не дают, бля. А ты двери закрываешь вообще, лол.